Всем привет, с вами я, Ромчик. И нету кита. Кросса. У Кросса. Да. Мы играем. Да, мы играем. Представляете, мы играем. А вы не ожидали? А мы играем. О, железный меч в сундучке и слиточек. Ладно, мы играем в Skywars. У меня тоже железный меч. У меня два железных слитка. На что мне их тратить, я не знаю. А я пойду, как всегда, в центр. Любитель центрифуги, блин. Что? Не знаю. А я вижу, как ты добываешь зелье. А я сейчас к тебе простроюсь. А от тебя, соответственно, к центру. А, хитрый. Ну что, друзья для этого и созданы, чтобы от них простраиваться к центру. А ты что думал? Чуть не упал. Мне очень интересно, как я тут буду играть сейчас. Сталкар сверху могут напрыгнуть, если что. Я вижу. О, это ты, да? Опа, да-да-да, это я. Опа, снежки, алмазик, слиточек. О, у меня лук есть, все, всем капец. Еще снежки, у меня тоже есть лук. Так, посортировать. Так, что вот не надо, вот это вот не надо, это не надо. Так, о, тут два стака лука, о, ну, снежков то есть. У меня тоже. У меня уже почти фул. У меня фул с железкой. Там полазить, тут там еще броня есть. Я сейчас чела спихну. Ну все, лети. Через... А, ну все, что ли? Да, да. Мы вдвоем остались. Легко. Чё? Да что-то вообще легко тащить. На, возьми его-то. Сзади. Ну давай, кожаный нагрудник. Ой, остальное все кожаное есть? Нету у меня ничего. Давай тогда на одних нагрудниках. Зачем я развивался, чтобы тебе проиграть потом, да? Да почему проиграть-то сразу? Почему проиграть-то? Ну не проиграть, я неправильно сказал. У меня фул-железка, так не охота ее скинуть, ну ладно. Все, я скинул. У меня... Я вообще на железных мечах только играю. Вообще? Так это да. Быстро. Больше ничего не используем, да, вообще? Да. Так, железные мечи, все, скинь свою броню. Так, ну что, готов? Блин! Скинь! Блин! Я железный меч скинул. А я видел, как ты его скинул, я думал, у тебя еще есть. У тебя слиточек есть? Вот один. У меня тоже один есть. Надо палка. Где мы ее еще возьмем? Где мы палку возьмем? Ты вообще хорош. Ладно, давай на деревянных мечах. Да у меня никакого нет. На! Ну давай. Окей, спасибо. Все, сейчас сундук слиточек. Готов? Не, подожди, да. Давай по разным углам ринга. Давай. Раз, два, три. Ой-ой, читак. Всё, какой читак? Это просто... Да как? Это просто мастерский ПВП называется. Ой, ерунчик, блин. Ладно, пофиг. Всё-таки твой летсплей, это я поддавался специально. Давайте сыграем вторую игру тогда. О, ладно, сейчас я выйду. Так, да. Так, давай. А, может, вы обещали? Ну, да, но я всё-таки всё равно две игры сыграем. Давай, раз... Два, три. Ну, восьмой из восьми, блин. Я первый. Ливаем тогда. Давай заново бежим к порталу. Так мало народу тут. Два, давай. Три, две, одна, два. И... Ой. Да первый, да опять ливаем. Да что ж, впервые так нам не везет. Давай опять. Где-то там. Давай. Раз, два, три. Блин, я раньше упал. Да, мы вместе. Все, мы вместе. Но я упал чуть пораньше, чем сказал. О, тут четыре человека. Ну, то есть, вот. Сталкар, я слева от тебя. Как всегда, против нас випы играют. Вип? Да. Сейчас посмотрим, что с випом делать будем. Опа, у меня, ну, два снежковых стака. И три стрелы.
Тут, кстати, есть... второй сундук есть, ты в курсе? Где? А там на дереве в листву все сломать, там вверх лезть. Но я не помню, не на всех островах вроде бы, но вот я играл у друга, мы с ним играли, и он такой откопал. Посмотри, на моем нету. На моем, по-моему, тоже. Нет, там самый верх надо. Просто все дерево сруби, и там может быть сундук. Сейчас смотрю. Там, по-моему, должен быть на каждом острове, но что-то... До этого мне на трех островах везло, видимо. Сундук. А, да, нашел. Ну вот, все, вот. Ай, там фигня. Ну там не всегда, если что, фиговые вещи. Там бывают хорошие вещи. Ну, если сейчас вид пролезет на центр, это капец. Может, если я пролезу на центр, а? А ты уже лезешь? Нет, я не лезу еще. Но я сейчас полезу. Там, посмотри, лезет кто-нибудь? Я никого не вижу, я сам побежал только что. Так, я сейчас быстро. Хватит ли мне блока? Вот в чем вопрос. Не знаю, я уже залез. Да, мне хватило. Опа. Ты там наверху же? Залазил, да. Блин, я не так, не так ведь залезается там. Тут достаточно... Ай-яй. Короче, я тебя вниз кину, пошли. Да не... А, ну ладно, давай. Чтобы я утонулся, вся фигня. Есть алмаз? Нет алмаза. Так, если... Есть лук? Нет, только три стрелы есть. Мы остались против ВИПа. Но если что, у меня есть снежки. У меня тоже. Не пали их, главное. Опа, у него лук, забегай в здание. Здание. А я его припугну сейчас скоро. Ой, надо было скинуть сейчас. Нет, если он начнет строиться, ты понимаешь, что он к нам не начнет ведь строиться? Я типа, ой. Я... Сейчас я напишу.